Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня, у нас будет очень интересное видео, связанное с модпаком Амазинга. Сегодня покажу новый модпак Амазинга 2020 года. Будет очень много эксклюзивных машин, которые нам даже не показывали. Поэтому, пацаны, обязательно просто поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что моя цель 20 тысяч подписчиков. Также хотел бы сказать большое спасибо, это Артуру Ласточка, это игрок 01 серии Амазинг Холиплей, там где играю я. Реально ему очень большое спасибо, потому что он мне подсказал, как можно ОБТ сервака забрать модпак и внедрить его на любой сервак. Поэтому, пацаны, сегодня мы будем играть на тестовом серваке Артура. Ну, просто вот специально создал, чтобы посмотреть модпак. И сегодня покажу вам очень много машин, реально очень много, которые вы даже не видели. Поэтому, пацаны, я думаю, за это можно поставить лайк и обязательно подпишитесь на канал. Также можете увидеть мой промокод на основных серверах Амазинга. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Амазинг Холиплей. Желаю вам всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Хочу вам еще раз объяснить то, что, пацаны, это не тестовый сервак, это не сервак, где ОБТ проходит. Это сервак, который создал Артур, чтобы посмотреть модпак. Так что, пожалуйста, не путайте. Вот реально Артуру просто большое спасибо. Я бы просто не догадался так сделать. Вот реально просто красавчик, ему очень большое спасибо. Если бы не он, это видео я бы не снимал реально. Поэтому, пацаны, Артурчику просто респект. Так, давайте посмотрим машины. Их достаточно много. На самом деле, я думаю, будет поменьше. Но хочу вас еще раз предупредить то, что здесь не все машины. Потому что на версии КРМП 037 там новые ID машин. Поэтому именно все-все-все машины я вам, к сожалению, не покажу. Но их здесь очень много. Поэтому я думаю, вам это все понравится. Давайте здесь постараемся набрать 500 лайков. Вот серьезно, сука. Вот за это видео, я думаю, стоит поставить лайк. Вот каждый из вас, пожалуйста, возьмите и поставьте лайк. Итак, также подпишитесь на канал. Я очень хочу на канале увидеть 20 тысяч подписчиков. Первый автомобиль у нас такая вот, получается, Bentley. Я вообще ее первый раз вижу такую, типа, может, это какой-то концепт. Потому что в реальной жизни я, типа, не знал, что есть такая Bentley. Посмотрите просто на эту пушку, блядь. Ну, она реально пиздатая. Но жопа мне не особо нравится. Вот морда прям, блядь, такая просто пушка-гонка, ебать-ебать. Мне она просто очень нравится, прям. Хотя я не особо люблю Bentley, но это реально мне понравилось. Следующая тачка — это BMW M5 F90, но она не особо изменилась, в принципе. Вроде бы фонари, может быть, потемнее стали, либо бампер изменился. Но самое странное, это вот именно эта тонировка на ней, она как почему-то белая. Хотя на остальных машинах она, видите, нормальная. А на этой бэхе почему-то она белая. Возможно, это какой-то баг. Кстати, видите, здесь на всех машинах рамки Амазинга. Поэтому можете быть уверенными, что это именно модпак Амазинга. Вот, на всех тачках есть рамки. Я бы не стал просто вам врать, поэтому я думаю, вы мне поверите и так, то, что это модпак Амазинга. Короче, обычная BMW M5 F90, я ничего такого в ней не видел, кроме того, что у нее какая-то странная тренировка белого цвета. Вот и все. Следующая машина, пацаны, это Тесла, которую, в принципе, мы все очень ждем. Вот такая вот просто пушечка, блин. Вот мне она внешне очень нравится. Хотя я не особо любитель электрокаров, но Тесла мне внешне реально нравится. Особенно жопа у нее симпатичная. Вот такая вот красотка с панорамной крышей, заснеженная. Ну вот реально мне она очень нравится, серьезно, типа, реально по кайфу. Следующая машина, которая мне очень сильно понравилась, это BMW M3 E46. В охуенном обвесе просто. Смотрите на эту пушку. Эти бампера, эти диски эмошные, этот спойлер, этот выхлоп. Ну реально просто пушка, сука. Просто пушка, блядь. И эта тачка у меня есть на Амазинге, кстати. Я ее продавать не буду. Реально она очень пиздатая и сочная такая. В обвесике, на М-дисках просто. Ну, блядь, BMW, конечно, делает вещи, пацаны. Следующий автомобиль — это Ford Focus. Ну, про него нечего говорить, просто Ford Focus и все. Как бы в нем ничего такого особенного нету. Ну, а вот это реально хороший аппарат просто. BMW M5 E39 просто. Злая эмочка, очень симпатичная, блин. BMW раньше умели делать реально красивую машину. Вот стоит M5 F90, сука. Я уверен, то, что многие скажут, то, что E39 красивее. Потому что это классика. Раньше реально делали охуенно. Вот сейчас мне M5 F90 реально не нравится. А вот это М5 Е39, просто пушка-гонка, реально. Следующая тачка — это Ford Transit, по-моему, или нет? Я не знаю, как называется. Да, Transit. Ford Transit с мигалочкой, в принципе. Скорее всего, эта машина будет у ППС, либо у ДПС, я точно не знаю. Но видите, мигалка на ней реально работает. Симпатичная тоже машина. Ford такой, реально пиздатенький. Мне нравится. Следующая тачка — это, получается, Mark 2.
Ну, честно, мне морда не особо нравится, типа, у этой машины. Но жопа не спорю, пиздата у нее, типа, это жопа старого марка. А вот морда мне не особо нравится. Там есть, по-моему, еще какой-то Марк 2. 90, короче, там кузова у них разные. Мне он больше нравится. Следующий советский автомобиль, получается, это буханочка. Но моделька такая более-менее качественная, реально. Можете даже вблизи посмотреть. Колеса прикольненькие, бампера прикольненькие. Ну, в принципе, буханочка реально качественно сделана. Мне очень нравится, там салон проработан, в принципе. Ну, я думаю, рыжикам зайдет, в принципе, для оффроуда. И подвеска у него даже очень неплохо прорисована. Ну, реально, УАЗик, короче, по кайфу. Следующий автомобиль это Рено какой-то, Меган или нет? Да, Меган, я угадал. Я даже не смотрел то, что это Меган. Ну, что о нем сказать? Ну, Рено. Ну, прикольная. Ну, стильная. Я просто не знаю. Ну, жопа мне не нравится. Вот морда симпатичная, жопа не нравится. Диски тоже пиздатые, черные зеркала, тонировочка. Ну, на любителя, короче, на любителя. Ну и пришло время посмотреть джипы. Блин, не знаю, есть ли смысл в каждую из этих машин садиться, но джипов реально очень много. Вот у нас CC Гелик, и джип Гранд Чероки новый, и джип Гранд Чероки старый, и BMW X5 старая, и BMW X5M новый. Ну, точнее, не новый, а поновее. УАЗик есть армейский, и есть Volvo. Ну, типа, я не вижу смысла в каждую машину садиться, мне кажется, это будет очень долго, поэтому давайте чисто так пробежимся, посмотрим. Volvo, получается, XC90. Прикольная машина, у нас Volvo вообще на серваке, по-моему, никогда не было, и я думаю, эта тачка будет реально пиздата на серваке. Следующая тачка это УАЗик, есть у нас надпись «Армия России», в принципе, я думаю, понимаете то, что эта машина будет находиться на военной части, и на ней будут передвигаться военные, в принципе, на всякие там задания, РПшки и так далее. Следующий автомобиль это BMW X5M. Я не помню, что это за кузов, но... А не, подождите, это не М-ка. Это просто X5. Я думал, это М-ка. Видите, у нас есть X5 старый и есть X5 поновее. То есть это не X5M, это просто два X5, которые мне очень нравятся. Кто этот кузов пиздатый, кто этот кузов пиздатый. Реально классно. Следующая машина это получается джип у нас. Оба джипа Grand Cherokee. Старый, новый. Мне что старый нравится, что новый. Реально охуенные кузова. Конечно, реально по кайфу. Я, может быть, даже себе куплю какой-то из них. Но, честно, мне почему-то старый нравится больше. Он какой-то более брутальный. Потому что, ну, это какой-то, знаете, более такой зализанный. Это чисто такой батька, знаете, суворый чисто такой. Ну и последний джип, это у нас получается Mercedes Гелик. Который мне вообще не нравится, если честно. Прям, ну, такой себе. Который Гелик час на Мазинге, мне он намного больше нравится, чем этот. Ну, блядь, вот это еще бампер этот конченый. Ну, типа, мне не нравится, серьезно. Гелик реально испортили. Эта заменка, это такая маленькая машинка, что ложит типа багаж самолета, поняли? И видите, ее можно разделить. Вот, видите, я разделил. То есть эта машина будет состоять из двух частей. Это реально прикольно. Это реально прикольно то, что на Мазинге будет троллейбус. Конечно, я думаю, в него садиться будет не особо удобно, но в принципе ладно. Вот, видите, я его обратно подцепил. Ну, типа это круто то, что будет на Мазинге реально троллейбус. Это реально по кайфу. Следующая машина это говновозка. Ну, в принципе, я думаю, понимаете, что это за социальная. Ну, думаю, кто посмотрит, в принципе, на цвет этой буквы Г, тот поймет, к чему эта отсылка. Я только не понял, почему здесь стоят украинские номера. Возможно, они их не успели заменить. Хотя хрен его знает, может, это типа тоже небольшая отсылка, потому что Ковалевский это украинец. Может, они специально стали такие номера. Типа, что он хохол там и так далее. Хотя тоже хохол, ну, в принципе, не важно. Хотя я не понимаю, почему говновозка. По говновозка это та, что выкачивает говно. Эта машина будет типа чистить дороги. Короче, я не знаю, в чем прикол, ну ладно. Итак, следующая машина это получается Magnum. Ну, типа, это сейчас Magnum, а в новом модпаке это будет вот такой вот Mercedes. Будет вот такой вот новый прицеп. Ну, блин, не знаю, мне просто Magnum намного больше нравится, чем вот этот Mercedes. Если на этот Mercedes будут хорошие винилы, то я, в принципе, не против. А если они полностью берут винилы на фуру, то это будет реально очень печально. И также еще один есть прицеп новый, но почему-то я его не могу подцепить. Он какой-то баханый, я его никак подцепить не могу. Я пробовал и на Volvo подцепить, и на Iveco, и не получается. Но знаете то, что есть вот такой вот прицепик, в принципе. Итак, вот у нас следующая машина. Это ЗИЛ, получается, МЧСный, типа МЧС Арзамас, как я понял. Ну, хрен знает, типа. Скорее всего, здесь будет лестница, которая будет выдвигаться, которую мы видели на видосах. Скорее всего, так оно и будет. Ну, блядь, реально, вот эта тачка мне очень нравится. Типа, морда такая, знаете, брутально такая злая, сука. Вот реально по кайфу. Ну, жопа вообще не нравится. Ну, а так, блин, выглядит очень классно. Осталось, получается, два автобуса, которые мы тоже видели, в принципе, на скриншотах. Это у нас, получается,
ЛиАЗ какой-то, или ЛуАЗ, не ЛиАЗ какой-то. Какой-то ЛиАЗ, короче, автобус. Ну, я думаю, автобусы не особо кому-то будет интересно, типа, их смотреть. Просто автобус, и все. И вот такой автобус нам тоже, в принципе, показывали. Такие автобусы, в принципе, будут ездить по области, получается, возить людей. Это, получается, будет фура Месса Скани, Ивеко называется. Ну, симпатичная, на самом деле, фура. Такая вот поменьше, чем будет, чем Мерседес. Давайте к Мерседесу по детям даже сравним, в принципе. Ну, они почти одинаковые, кстати, по размерам. Ну, понятное дело, Мерседес будет попрестижнее, все-таки это Мерседес. А вместо Скани будет Ивеко. А Вольву не заменят, пацаны. Она как будет Вольва, так и останется, в принципе. Ну что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр. Я вам показал все, что смог. Я вам еще раз повторяюсь, то, что это не все машины, которые есть в новом модпаке. Но это где-то 70% машин. Скорее всего, это видео получилось очень длинное, но я вам старался подробно все показать. Надеюсь, вам это все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще раз огромное спасибо просто Артуру. Если бы не он, я бы не записал это видео. И давайте, пацаны, максимальную просто активность здесь покажем. Давайте наберем здесь реально очень много лайков. Прям очень много лайков. Я хочу видеть цифру 500 лайков. Я реально буду вам очень сильно благодарен. Все, пацаны, всем пока-пока.